зрителям, подписчикам, привет. Начинаем монтаж теплицы Легенда 3х3 под стекло. Пока приехали, разгрузились, начинаем работать. Поставили, зафиксировали, выровняли, установили отлив снизу, покрыли стены стеклами. Сейчас готовим и кроем крышу. Завершился у нас монтаж теплицы. Напоминаю, строили сегодня Легенда 3х3, стекло. Идем смотреть. Дверь алюминиевая с одной стороны, форточка торцевая с другой стороны сделана. Каркас для нас профильной трубы 40х40, покраска полимерно-порошковым способом, цвет шоколад. Стоит все на бетоне, закреплено с помощью анкеров, есть диагональные усилители, есть система подвязки, 4 нитки, плюс одна нитка натянута для шторки, затенения от солнца. Также есть у нас кронштейны, 4 штуки для будущих полок. Покрыта теплица стеклом, толщина 4 мм, держится с помощью профиля системы, база, крышка. Вот такая вот отличная красотка у нас получилась, Легенда 3х3, стеклашечка. А у меня на этом все, ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, всем пока.